Слушай, Австрия в плане бизнеса. В Австрии стабильный рынок. Сегодня по недвижимости в Австрии, допустим, у тебя есть 3% годовых, 4% годовых, и мне предлагали покупать недвижимость на Украине. Мне обещали там 25, 30, 35% годовых. Я сказал, ребят, вы меня извините, но я предпочитаю 3-4% Австрии, которые через 30-40 лет будут те же самые 3%, чем 30% на Украине, которые за одну ночь может поменяться на минус 30, там, на минус 50, что и на самом деле произошло. В Австрии ты можешь судиться с государством годами. И все то время, пока ты с ними судишься, тебе никто не сворует твоих детей, тебе никто не придет домой и начнет тебя угрожать. У тебя в Австрии может быть миллиардный бизнес, и тебе никто не придет, его не отожмет. У тебя на все есть закон. Закон он для всех одинаковый. Здесь стабильно и можно жить спокойно.